Очередная ночь скорости «Смотри.ру» на этот раз совпала с двумя важными датами – закрытием драг-сезона и первым днем рождения сообщества. В честь этого события ребята организовали обширную культурно-массовую программу, разумеется, в своем стиле. В программе праздника музыка, как вы видите, драг-рейсинг, показ хороших автомобилей. Ну и красивые девочки на потанцовке. Все, что надо, да, для мальчишечей, для молодой жизни. Идею создать такое вот гоночно-автомобильное сообщество ребята позаимствовали у московских коллег. Там число смотровчан давно перевалило за 100 тысяч человек. Результаты ивановского сообщества тоже впечатляют. За год существования клуба число смотровчан выросло с 15 человек до 2 тысяч. «Смотр.ру» – это, можно сказать, наше детище, ребят, которые здесь стоят, это все организовали. Это наша жизнь, образ жизни, потому что вечером есть чем заняться. Это не наркотики, не алкоголь, это гонки, но все безопасно, все разрешено. Я вот не могу расслабиться только за рулем автомобиля, гоняясь здесь. На уме у стритрейсеров не только тачки и девочки. Смотровчане стараются быть полезными. Недавно собрали деньги в помощь детдому. А в начале года провели акцию в защиту тонированных авто. Для участников сообщества «Смотра» – это не просто клуб по интересам, а стиль жизни. Наталья Романова, Артем Алиев, РТВ Иваново.